А можете мне объяснить одну маленькую вещь? А что не так с кейсами в Standoff 2? Спустись прямо сейчас в комментариях и напиши, если знаешь ответ. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в игрушке Standoff 2, и как вы знаете, с недавних пор я начал пушить звание. И на данный момент я нахожусь на голде. В ММИ Gold 2, в напах Gold 1, но это поправимо уже на следующей серии. Надеюсь, в следующей серии будет Gold 2. А стремлюсь я к тому самому Фениксу, друзья. Это нереальное звание для меня, очень сильно хочу его побыстрее апнуть. И надеюсь, это в скором времени произойдет. Но для этого мне надо, ребята, внимание, 20 тысяч лайков. На этом видосе 20 тысяч лайков, чтобы в следующей серии я апнул новое звание. И с каждым разом я становлюсь все выше и выше, и также все ближе и ближе к своему заветному званию. Но не об этом видос. Видос сегодня про кейсы в Standoff 2. Давайте зайдем в магазин и посмотрим, сколько у нас кейсов. Друзья, 4 кейса в Standoff 2. Наверняка эти кейсы когда-то будут недоступны и будут также продаваться в магазине, как и старые кейсы, которые я не застал. Я не видел эти кейсы по 100 голды или по сколько они были, которые сейчас по 10 тысяч голды. Зачем кейс за 10 тысяч голды, когда можно и купить вот такой вот нож за 3 или сколько он там стоит? Но я понимаю, это все из-за этого ножа. Когда-то ж будет время, когда вот этот гребаный кейс будет на рынке продаваться за 10, а то и 20 тысяч голды. Ну, мое предположение, не знаю. Но вы в курсе, что этот кейс самый невезучий в Standoff 2? Я говорю лишь за себя. И сейчас приведу пример. Давайте окунемся в историю. Друзья, я начал снимать ролики по Standoff 2 месяц назад. А если быть точным, 6 апреля, по-моему, мой первый видос, где я открывал ревенж кейсы. 6 апреля, друзья, я впервые открыл ревенж кейс. Потому что его добавили как раз тогда, когда я начал снимать Standoff 2. То есть этот кейс пришел в игру вместе со мной. Мы с ним новички. Но с того времени, как я открывал этот кейс, внимание, я ни разу с этого кейса, слышите, ни разу на свой аккаунт не выбивал ни один нож. Ни один. Просто. А потратил я на это, на секундочку, больше 50 тысяч голды. А, вот так, я его купил. И он у меня появился в инвентаре. Вот оно что. Полетел, родной. Опа. Давай. И блин. Слушайте, напишите в комментариях, как вообще вы оцениваете это открытие. Это достойный дроп или средненький? Самые невезучие кейсы. Поехали. Первая арканка. Полетели. Дамаскус прокрутился. Я все же, надежда умирает последней. Я все же верю и надеюсь. Ой-ой-ой, сколько прокрутило. А я все-таки верю, что сейчас кто-то нож выбьет. Прям чувствую, потому что я очень много открыл ревенж кейсов, и мне ни разу не падал нож. Ни один, прикинь, ни один нож. И let's go. Открываем последний кейс, и с последнего кейса опять это не долетела одна. Легендарка. Как-то так, вот стой. Синяя опять. Смотри! Я такое впервые вижу. Это вообще, мне ни разу с ревенч кейса не падал ни один нож. Ни разу, я сколько их открыл, мне ни один нож не падал отсюда. Просто жесть! Пожалуйста. 20 тысяч голды потрачено в этом выпуске. Если ты до этого момента не досмотрел, подписка, дизлайк. Итого, друзья, 20 тысяч голды. Вот эти 4, вот эти 5 какашечек нам выпало. Так что я хочу сделать в этом выпуске? Друзья, я хочу поставить в этом выпуске, возможно, точку на этом кейсе. Не знаешь, где поднять голдишки? Тебе точно на Stand Fail. Знаешь, чем он тебя удивит? А тем, что ты можешь забрать бесплатную голдишку по моему промокоду во вкладке бонусы. После чего пойти в крутые режимы и поднять скин, о котором так давно мечтал. Также на сайте доступен Battle Pass. Выполняй простые квесты и забирай халявные скинчики. Но если ты заядлый игрок, то на сайте есть скинопад, который раздает каждый час халявные скинчики и топ игроков за текущий день и неделю. Чем выше ты в топе, тем ценнее скин получаешь. Но это еще не все. При пополнении вводи мой промокод и получи плюс 15% к своему депозиту. Ссылочка в описании. У меня просто, знаете, вот эта нерешенная задача внутри. Я хочу выбить тот самый нож хотя бы один раз и успокоиться. Это как лудомана, ребята. Есть вот эта ачивка, не ачивка точнее, а вот это чувство, надо отыграться. Вот и у меня чувство, я хочу просто выбить нож. Хотя это максимально невыгодно. 50 тысяч голды слил за 50 тысяч голды.
Можно собрать 3! 3 топовых сетапа! Да 4 можно! 5 сетапов можно собрать за 50 тысяч голды! А я все еще охочусь за одной железячкой, которая, кстати, к слову, у меня уже есть, да! Первая и вторая. Но они куплены, они не выбиты. Я себе уже топовый инвентарь собрал давным-давно, а с кейса все нож не падает. Я не могу ничего плохого сказать про Empire кейс, потому что здесь мне падало все. И бабл гум, и бум, и перчатки. Шарп кейса точно все падало. И даггеры грунж. И вот эти падали. И молтаны падали. И вот это все мне падало. И также фейбл кейс тоже мне давал бабочку легаси, она мне выпадала. То есть с каждого кейса по чуть-чуть что-то мне было. Но с ревенч кейса ничего не падает. Да и 2 последних выпуска здания мы больше 30 тысяч голды на них слили. Я в этой серии должен выбить нож. Либо я прощаюсь навсегда с ревенч кейсом. Я не буду закупать сразу миллион кейсов. Не буду. Я начну по чуть-чуть. Вдруг мне с первого же кейса выпадет нож. Вы, ребята, пожалуйста, прожмите лайкос, потому что всю эту голду я трачу, скорее всего, зря. Лучше бы я ее раздал подписчикам. Лучше бы я купил скинов. Но ради видоса, если вы наберете на этом видосе 20 тысяч лайков, то, возможно, в одной из следующих серий или на одном из следующих стримов я раздам столько голды, столько потрачу в этом выпуске. О божечки мой, что ты сказал? Столько лайков набираете. Опа, 100 трековский сразу, обалдеть. Ну это, блин, рарка, холдик, какая 100 трек, поехали. Если я выбью нож, и Даня будет очень недоволен. О, вы видели, почти уже закончилось. Легендарочка, хорошо, спасик нормульный. Кстати, у меня такого спаса, по-моему, нет. Рили! У меня его нет, я его впервые выбиваю, поэтому давайте применим его затеров. Очень нужен затеров такой спасик. Ха-ха, шикарно! Прикиньте, не зря открыл ревенч кейс. Вот мне интересно, сколько мне придется потратить голды в этом выпуске, чтобы выбить нож. Ребяточки, проклятый кейс. Это кейс проклятый, реально. Он неудачный какой-то. Но все же я хочу увидеть, сколько в итоге мне придется потратить на него голды. Я не считал полностью, но где-то полтося голды на него уже потратил. Поехали, продолжаем дальше. Еще раз говорю, мне интересно, из 100 тысяч голды, из 100 сколько боксов или сколько тут надо открыть их, должен же выпасть кейс? Не, стоп, это 10 тысяч я должен открыть или сколько, я не понимаю. Сколько я должен открыть этих кейсов? А что тогда делать обычным игрокам, которые не имеют возможности задонатить, если у них там 100 голды насобиралось с ревенч кейса? Им вообще не стоит рассчитывать на... Что такое со спасом? Не надо, пожалуйста, меня спасать. Мне дайте нож. Только нож нужен. Эволюшн. Естественно. Не, ну слушайте, то, что мне сколько, 3 легендарки. Кстати, я буду сразу по рынку, я буду сразу за копейки сливать на стриме эти скины. 100% приходите. Слушайте, ну насыпает пока что неплохо. Но мало. Что ж, закончилось. Я не буду закупать сразу много. Я буду докупать столько, столько мне понадобится. Но, ребяточки, чувствую, голды сейчас у меня минуснется очень много. Я отвечаю, я буду открывать, пока не выбью нож. Пока я его не увижу, я не успокоюсь. Ой, 2 ножа прокрутила. 2 ножа прокрутила. Я не знаю, ребят, это реально проклят кейс. Ну, мне в этой серии он должен... Я отвечаю, в этой серии это должно случиться. Мне кажется, это финальная серия. О, статрековская. Слушайте, а у меня был статрек или нет? А ну, давайте найдем. Да, у меня таких статрековских предостаточно. Окей. Окей, поехали. Так, прокрутила аркан, кишманки, тлень, пень, чмень. Окей. Поехали дальше. Данька не выдержал со мной еще открывать эти кейсы, потому что у него терпение лопнуло. Он сказал, нет, я не буду этого открывать. Статрек хотя бы. Да, конечно, естественно. Ребяточки, запасайтесь терпением. Эта скотина из меня высосет все соки. И я буду бороться с ней до конца, пока мы не выбьем тот самый нож. Блин, ну неужели с ревенч кейса это первый мой... Нет, я это так не оставлю. Это троллинг. Это троллинг, я вам это... Я не верю своим глазам, он выпал, Дамаскус выпал. Первый нож, первый нож. Ура, просто первый нож, ребяточки. Первый стилет, это Дамаскус. Я не сильно переигрываю. Ну я же реально ему не рад. Но, если честно, я удивлен. Если честно, я удивлен. Ребят, ладно, без шуток. Я удивлен. Я удивлен. Не, я рад, я рад, я рад, я рад, я рад. Если честно, я рад. И сколько я потратил? Я не так много потратил. Я потратил 2000 голды. Уф! 2 кейсика осталось. Дамаскус. Домой! Блин, надо было просто на него нажать и все.
Ну я сделаю это все по-тупому. Я буду искать его на рынке. Не хочу... 1700, а я потратил 2000 голды. Я в минусе на 300 голды. Но забудьте за минус в этом видосе. Ребята, в прошлом ролике на прошлых роликах намного-намного больше я слил. Это впервые, слышите, впервые мне выпал нож с ревенч кейса. Но это уже третий нож с ревенч кейса у меня. И, кстати, я рад, что выпал неповторный. Скажите мне в комментариях, какой из этих четырех ножей вам больше всего нравится? У меня почти все есть, кроме вот этого. Осталось выбить вот этот. Ну, он, кстати, тоже крутой. Дамаскус можно использовать, кстати. Не знаю, правда, с какими перчаточками. У меня есть белые вот перчи. Да, в принципе, можно вот с черными использовать. Короче, давайте дооткрываем. У нас еще два ревенч кейса. Не, ну то, что он меня сначала пранканул, а потом... Да, наконец-то. Боже, Данька был бы так рад. Почему я это сделал без него? Боже, давайте затестим. Давайте применим КТ. И с какими перчаточками их можно затестить? Ну, примерно вот с этими давайте. Так, давайте посмотрим. Ну, неплохо. Слушайте, неплохо. Это что, мне третий сетап теперь собирать? Ой, третий инвентарь. Блин, осмотрится, честно. Осмотрится, смотрите, как прикольненько. Ну, блин, у меня теперь так много всего, что я не знаю, что использовать, блин. Ну, прикольно. Не, ну, рили смотрится. И очень подходит под эти перчи. То есть, перчи и нож у меня есть. Это как бы основа, фундамент. Теперь осталось пушек набросать. Ну, ёлы-палы. Чё-то мне кажется, что лучше б я этого не делал. О, еще один ревенч кейсик остался. Еще один, слушайте, ну, мне фартануло. Реально фартануло. Так, и P90 клэш мне падает. Статрековский, господа и дамы. А ну давайте посмотрим, у меня был статрековский. Да что-то мне... Блин, я должен назвать, что это кейс проклят, а в этом видео он мне как наоборот просто насыпает. Кстати, знаете, какая еще идея есть? Закрафтить все скины старых, каких-то старых коллекций. Типа специально закупить какие-то скины старые и закрафтить на них какие-то арканки, там, не знаю, которых уже коллекции нет. Но этих у меня просто, ребяточки, как у дурака фантиков, поэтому я их просто сливаю. Такой вот легендари выпал мне. Слушайте, надо скины посливать. Давно я подписчикам не сливал никакие скины. Ну что, такой вот инвентарь, друзья. Ну слушайте, у меня теперь 3 стилета. В общем, друзья, честно, наконец-то это случилось. Меня ревенч кейс удивил. Если честно, я планировал, что в этом видео я ничего не выбью. Но покупать больше его нет смысла. Это бесполезно. Короче, друзья мои, это победа с ревенч кейсом. Спасибо, все, теперь больше я к нему не лезу. Хотя, честно, как назло, теперь реально сейчас еще начнут падать с него ножи. Но я потратил на это, ребята, 50 тысяч голды. Не повторяйте этого. Не знаю, что не так с ревенч кейсом. Но что-то с ним явно не так. В общем, это был ролик про Revenge Case. Наконец-то мы его добили, дожали, друзья, и забрали нож с него. Хотя это было максимально невыгодно. Проще было купить. Но в целом я все равно доволен. Друзья мои, наконец-то мы завершили рубрику с Revenge Case. Мы можем с ним попрощаться. Будем теперь ставить какие-то другие цели. Наверное, еще будем открывать удаленные кейсики. Даньку я обрадую, мы больше Revenge Case открывать не будем. В общем, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Всем удачи, скоро увидимся, собираем новый сетап, раздаю голду на стримах, дарю скины подписчикам за подписочку. А также скоро будет прокачка сабов. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.